проснулся. О, камера включена, да. И всем привет, ребята, вы на канале 7.54К, с вами Жека. И сегодня я проснулся в своем крутом особняке. Так. Нужно умыться. Включаем водичку. Пшк-пшк-пшк. Что там с моими машинами вообще происходит? Нужно посмотреть, что там с моими машинами. Уезжают, что ли? Да нет, вроде бы гаражи закрыты. Сейчас я вам, ребята, проведу экскурсию по моему особняку. Ну, здесь уже моя комната, как вы успели заметить. Здесь кладовка, ну, в которой только здесь еда. Вот. Но я немного богатый. Так, это нам не надо. Не на ясно. Вот так. Ну и здесь ничего больше нету. В этих трех бочках ничего нету. Так. Там ванная, вы успели заметить. Так. И сейчас я вам проведу экскурсию в особом. Вот он. Задолбали эти машины. Ну, здесь у меня комната отдыха. Здесь, блин, забыл, как эта штука называется. В общем, вот. Ну, здесь у нас диванчик. Прикольненький. Так, пойдемте дальше. И, кстати, не забыл про лук-бутон. Батун. Все, закрываем дверьки. Уже закат скоро будет. Я проснулся вечером уже. Ну и здесь. Ну здесь всякие там вещи. Здесь балкон. Здесь. Джакузи. У меня тоже в комнате есть джакузи. Так. Так. Так, мы откуда пришли? Я уже запутался. А, мы откуда пришли? Откуда пришли? Значит, здесь у нас какая-то комната. А, ну здесь это и это. Ну здесь... А, стоп, мы уже здесь были. Ладно. Забываю, где мы были. Так. Ну, мы уже посмотрели эту комнату. Следующая у нас комната. Сейчас звуки. Одну вот это. Всякие там вот эта комната. Вот комната. Ну вот комната, так. Ну вот. Что за звуки? Зомби как будто выходит. Но зомби не существует. Это же так, ребята. Ой, я еще не знала об этом. Ребят, напишите в комментариях то, что зомби не существует. Что за звуки реально? Как будто бы кто-то... Да ни хрена не существует. Что за звуки? Их же не существует. Быстрее на первый этаж. Да нет ничего. Ну вот, там у меня картины всякие. Книжные полки. Там у меня пианино, телевизор и книжные полки. Кстати, у меня под лестницей камин. Вот. Так, ну здесь вот у меня кухня и, в принципе, все.
Я не понимаю, что там за звуки на улице? Ничего нету. Стоп, это что? Что за всякие звуки? Там какой-то скелет ходит. Не, ну скелетов я знаю. Они такие уж дружелюбные немножко. Ну вот, видите, они даже меня не кусают. Не, ну зомби не дружелюбные. На моем дворе криперы ходят, пауки всякие. Не, ну пауки и криперы, они тоже для меня дружелюбные. Там зомби ходит. Там зомби, он на меня идет. Срочно прячемся. Так прячемся за эту стойку. Где он? Где он? Я понимаю, где он. Я хочу сходить посмотреть. Осторожно. Идем. Осторожно. Господи, что там с моими машинами? Не, ну скелеты дружелюбные. Так. Не, ну скелеты дружелюбные для меня. Они меня уже знают. И огурцы тоже. Криперы, точнее. Зомби! Спасите! Ай! Так попробуй! Спасите, они существуют! Быстрее к дому! В дом срочно! Они существуют! Блин, где они? Он на меня побежал, хотел кусить. Так. Так, а где он? А где он? Реально где? Да что там с моими машинами происходит? Мне все равно на машины. Так. Электричество. Нет, электричество работает. А, у меня же дома факела стоят. А факела всегда работают. Не, ну я хочу реально посмотреть его. Так. Мне интересно. Все, перебегаем. Мне реально интересно. Почему моя машина здесь стоит? Это кто? Ай, зомбик меня чуть не заметил. Это маленький зомбик. Ай! А, не, он не кусается, потому что у него еще зубов нету, а у больших зомби еще кусаются. Там кто? А, это просто был забор. Вот мои машины. Мои ласточки. Ой. Вот мои машины. Так. Ладно, закрываем. Короче, я не знаю, что моя машина выехала. Ну ладно. Так. Так. Сейчас мы посмотрим. Все, побежали, побежали, побежали. Интересно, я увидел обычного зомби, но не успела его разглядеть. Так. Смотрим. Так. Нет, здесь никого нет, стоп. Может быть где угодно. Все зомби могут быть где угодно. Что, начался зомби-апокалипсис, что ли? Так, в кусты пробираемся. В цветах он меня не заметит. Блин, цветов дальше нету.
Ладно, я весь дом обошел, нигде зомби нету. А там что? А, это моя машина. У одной перед торчит, у второй зад торчит. Тут ведьма. Нужно ее загасить. Сейчас дернуть эту ведьму. Пришла сюда. Какие удары. Поняла? А, уже рассвет. Рассветом они не ходят, походу. Так. Звуки. Ладно, нужно посмотреть, что за звуки. А, это утопленники. Ну, они-то дружелюбные. Скелет косточки, ну ладно. Ладно, пошел себе обратно в особняк. Так. Пойду-ка я к себе обратно в особняк. Так. Ходим. Так. Стоп. У меня же есть телефон, нужно инфу посмотреть. И, походу, электричество еще работает, потому что он только вчера начался. Я тебе покажу. Сейчас инфу посмотрю. Где-то здесь был под подушкой телефон. Так. А, вот он.